9 мая – это наш общий праздник победы, праздник счастья. Но при этом это небольшой праздник грусти, потому что наши предки прошли через такое большое испытание, но это испытание было пройдено с гордостью и... Ну, это очень хороший праздник. Я очень люблю 9 мая. Ну, праздник – это память в первую очередь, чтобы помнить о своих родных и близких, которые не вернулись, которые вернулись, а всех, кто погиб за нас, можно сказать. Большой, большой праздник. Я думаю, что это у нас самый большой праздник в стране, я так думаю, для нашего русского, российского, советского народа. Больше его я не могу сказать. 9 мая, ну, святой праздник, так же, как для нас, для всех людей.